начинаем 7-й межрегиональный открытый конкурс юных исполнителей на блокфлейте имени Вячеслава Михайловича Блажевича. Хочу представить членов нашего уважаемого жюри. Председатель жюри – заслуженный артист Российской Федерации Егимов Николай Алексеевич. Члены жюри – заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы имени Блажевича Верезников Антон Юрьевич. Преподаватель школы Блажевича Прялкин Анна Александровна. Начинаем конкурсное прослушивание первой возрастной группы. Колесова Варвара. Николай Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Мусоргский Гопак. Партия фортепиано Людмила Бирюкова. Thank you.